идем на озеро. Красотища. Что сказать? Вот такая река. Вот здесь проходит водопад. Ну что там, красота? Не, надо в ту сторону. Тут что-то неправильно здесь. Там нет никакого прохода. Куда пошли? Я и сюда тоже. А вот, по-моему, само озеро. Или нет. Не знаю, это озеро считается, не озеро, но вот такая вода голубая, чистейшая. То есть вот такая гора нависает, огромная. Вообще, природа обалденная, вот так вот стоишь, смотришь кругом. Вода холодная, прям свежесть чувствуется, прохлада. Что здесь у нас? Это легенда о старце, вот этот каменный старец. Прозрачная вода. Голубое озеро, ну да, вот такая вот заводь. Надо проходить. Ледяное вообще. Ну оно скоро идет. Вот он, старец, здесь такой находится. Такие камни. Полно камней. Какая красота! Здесь везде вокруг огромные водопады, замки. Можно на тарзанке вдоль всего, скажем так, вот этого. Вон на тот край. Мы приехали рано, пока еще тарзанки нет. Ну, пока ничего не думаю, что мы там особо хотим. Здесь водопад. Противовес. Сейчас попробую заснять, пройти, скажем так, водопады. Как он из себя стекает. Вон он, такая красотища. Такая природа. Тоже здесь готовят, делают рано еще. Наверху что? Наверное, площадка какая-то. Все это, как говорится, сделано еще со времен Советского Союза. Сейчас только кое-что подшаманили, подремонтировали. Но нового такого новостроя нет ничего. Вот такие виды. Очень красиво.
природа вообще здесь богатая. Температура здесь градусов 14-16, нам сказали. Здесь всегда такая температура. Редко, когда сюда попадает солнце, но когда попадает солнце, разогревается чуть ли не до 40 градусов жара. Но все равно оно здесь держится недолго, скажем так. Из-за того, что горная река, она холодная, и вот эти воздух охлаждается. И камни не успевают так сильно прогреться, как кажется. То есть вот так все это и выглядит. Люди, по сравнению, люди и скалы, то есть какого размера, все это сравнение очень-очень сильно. Хочу заснять еще природу, какая здесь, то есть вот эти, из-за того, что здесь влажность и, скажем, ну такая, то есть получается природа, все деревья как бы покрыты мхом. Мне кажется, это даже такое, ну, сказочное. Вот так все это выглядит. То есть на камнях мох, такая вот растительность везде, скажем так. Наши уже сели в машину, сейчас уже поедем. В общем, выезжаем из этого нашего каменного мешка. Ну, интересно, интересное место. Красиво, все здесь смотрится. Туристов мало, как я сказал, мы выехали рано утром, чтобы не было такой суеты и чтобы пораньше вернуться без пробок.
очень-очень высоко в горы. Приехали к озеру Рица. Вокруг тут, ну, по крайней мере, вот за нами орешник большой. Здесь я не знаю, что. Давай нас с тобой. Вот это вот примерно вот так вот выглядит. Не, там уже ведь неплохо. Красотища. Естественная природа. Это шок мне нас. А вот тут. Не, вот так. Нет, это не правда. Видим. Надо, чтобы пол лица не было черным. Да, у вас пол лица. У тебя пол лица та кори, да, это, в тени. Пол лица страшно. Это. Как бы сесть. Красотища, большая смотровая площадка. Туристов еще мало. Но я так думаю, набежит скоро туристов. На горных склонах снег сверху виден. Здесь как бы нет. Вот такая у нас обстановочка. Дым, это не туман, это дым разжигают, не знаю, мангалы, печки. То есть, ну, очень-очень сильно пахнет дымом вот здесь. И там дымка, это он с красной крышей, я не знаю, он как-то назвал это. Короче, там под крышей мангал, не мангал, там где готовят. А так огромные вокруг горы, то есть что впереди, что сзади, то есть лес, сосны, ели, ну, всякие деревья. Да, я и говорю, это не дымка, это не туман, это дым. Любоваться и любоваться.